Всем доброго времени суток. Рад приветствовать вас на канале Миниатюры и Диорамы. И сегодня у нас будет немного необычный ролик. Он не будет связан ни с какими мастер-классами и прочим обучением, а будет неким призывом для того, чтобы нам с вами творить добро. После Нового года у меня возникла идея, так как я за время существования канала, пусть даже не такое долгое, смог обрасти некими связями с производителем. И после Нового года у меня возникла идея помочь какому-нибудь детскому кружку по стендовому моделизму, который нуждается в материале, чтобы дети занимались, дети развивались. Я обратился к фирмам, с которыми я когда-либо сотрудничал, на которые когда-либо делал обзор, и мне фирмы выслали определенное количество продукции на их усмотрение. И сейчас я просто бегло пробегусь по данному ассортименту. Первая фирма — это фирма Morrison, которая выслала свои материалы для диорам. Возможно, дети будут заниматься диорамостроениями или делать какой-либо макет. С момента моего крайнего обзора по этой фирме утекло много воды и появилось очень много интересной продукции. Начнем хотя бы с брусчатки в разных размерах. Выполнена она в формате листов. И отлично подойдет для имитации. Как стен, так и самого основания. Но самое интересное, что еще появилось у этой фирмы, это то, что она начала делать такие вещи, как имитация профнастила. Можно использовать как для крыши, так и для заборов. Отличные вещи. Кстати, они не настолько дороги. Есть имитации кирпичной кладки. То есть вот именно эти вещи, они очень интересны. Так как если в 35-м масштабе, вот это в 35-м масштабе, кирпичную кладку можно имитировать как-то, то в 72-м это уже будет очень проблематично. Это именно имитация мостовых или каких-нибудь площадей. Еще один вид. Только уже булыжная мостовая, более мелкий камень и более такой фактурный. Более крупный масштаб плитки. Фирма начала выпускать имитацию водной поверхности. Если у вас нет желания заливать толщу воды чем-либо, да, эпоксидной смолой делать или из силикона, то можно использовать подобные заготовки, только заранее прокрашивать основание, укладывать. Так как есть не только такие круглые волны, а также небольшое волнение, рябь, которую обычно я делаю акриловым гелем. А многое вот такой продукции, которая здесь представлена уже, единственное, кроме деревьев, которые прекрасно подойдут на 72-й масштаб. Ну, на 72-й есть на 100-й. Подобные деревья выполнены данной фирмой. Они очень неплохо выглядят, довольно-таки приятные. Их можно просто использовать в готовом виде. Там есть березы, дубы, ели. Но вот о елях я уже говорил. О
травяных подобных вот изделиях мы тоже с вами говорили. Появился очень огромный выбор кустов всевозможных. Я обязательно оставлю ссылку на свой первый обзор, но могу сказать то, что вот данная фирма на данный момент на российском рынке единственная фирма с таким огромным выбором материалов для макетов и диорам. С отличным качеством, с отличной доставкой, с отличной упаковкой. Также у фирмы представлено огромное количество клея. Есть как акриловый влагостойкий, быстросохнущий, клей для флок травы. Так что я советую вам присмотреться к этой фирме. И ссылки я обязательно оставлю в описании. Следующая фирма, с которой я общался, это фирма Masterbox, но с ними у нас уже вообще очень отношения долгие. Они у нас практически 2 года, я с ними начал общаться еще когда у меня на канале было около 400 подписчиков, и с тех пор как бы сделал не один обзор уже на их продукцию, не одну работу с использованием их фигур и техники. Они представили технику в 72-м масштабе. Кстати, довольно-таки качественно все отлито. И по данной фирме очень много обзоров есть на канале. Можете их посмотреть. В принципе, качество везде добротно. Данную помощь детскому клубу я хочу сделать немного не формате и обратиться к каналам, которые имеют гораздо большее число подписчиков, чем я. Помнится, у нас был хомяк челлендж, где авторы каналов показывали, сколько у них лежит в запасах коробок, у кого-то шкафами, у кого-то там вообще нет в запасе, потому что они все это срабатывают. А это пусть будет у нас челлендж «Помоги детям». Я так думаю, что если мой канал с 4000 подписчиков имеет определенные связи и может просить у фирм определенную продукцию для помощи детям, я думаю, что более крупные каналы получат продукцию гораздо проще. Многие из каналов крупных, такие как Алекс Феррари, Scale Journal, общаются с гораздо крупными фирмами, нежели я. И думаю, что авторы этих каналов поддержат такое рвение и выберут там свои кружки. И мы, возможно, сделаем данную акцию ежегодной, приуроченной к 9 мая. Если, конечно, будем успевать по срокам и производители будут активно с нами сотрудничать. Но на данный момент я попрошу вас сделать максимальный репост, потому что были у меня даже многие люди, которые интересовались, как можно им помочь, точнее, как можно им внести свой вклад в данный вот проект. Так что, если вдруг у вас есть где-то там модели, которые вам не интересно уже собирать, которые вы точно знаете, что вы не будете использовать. Бывает такое, потому что у каждого на полке есть такие коробки, которые более не интересны. Допустим, вы ушли в роспись фигур, а техника осталась у вас на полке, она просто лежит мертвым грузом, то не стесняйтесь, пишите в кружки непосредственно, которые, может быть, у вас рядом с домом находятся. Я данный вот проект выполняю совместно с клубом «Наследие левши». Я все это вышлю Вячеславу Ермакову, а он данную продукцию я покажу количество, которое будет, потому что здесь представлена меньшая часть. Вот. А он данную продукцию отвезет в монастырь, где в монастыре на базе воскресной школы есть кружок по стендовому моделизму.
как понимаете, что многие кружки держатся на энтузиазме их создателя, поэтому не зазорно помогать детям. И я думаю, что моделизм в нашей стране нужно развивать именно подобным образом. Если вдруг вам есть чем помочь, то можете писать мне в ВКонтакте, в Фейсбуке. В принципе, я могу побеседовать с Вячеславом и можете выходить напрямую на него. У него тоже есть страница ВКонтакте, но его реквизиты я давать не буду, так как не имею на это права. Можете общаться через меня или, в принципе, написать ему ВКонтакте, вы его сможете легко найти. Это довольно-таки известный человек в модельных кругах. Ну что же, надеюсь, что данный ролик он не останется незамеченным, что удастся прийти к какому-то общему знаменателю со многими модельными каналами, коих в российском сегменте довольно-таки много, и больших, и маленьких. И мы с вами вместе будем развивать детское творчество в нашей стране.